По центральным улицам курорта снегоуборочная техника прошла еще в первый день выпадения обильного снегопада. Но проезжая часть в ряде районов превратилась в увеличенное однополосное полотно, где с трудом разъезжался встречный транспорт. Припаркованные автомобили мешали работе спецтехники. Оставленные еще до стихии, они продолжали находиться на своих местах. Накануне вечером о необходимости переместить транспорт водители через громкоговоритель просили сотрудники ДПС. Тем, кто оставил телефоны на лобовом стекле, звонили лично. В итоге большую часть машин собственники убрали самостоятельно. А к ночи на помощь снегоуборочной технике пришли эвакуаторы. На данный момент я могу сказать, что в центральном районе города Сочи работают порядка 7 единиц техники снегоуборочной, которые дочищают те последствия стихии, которые были в нашем городе. Припаркованный на проезжей части транспорт, он мешает хорошей качественной уборке снега спецтехникой. Поэтому огромная просьба к жителям все-таки убирать свои машины с проезжей части. Пока машину перемещают в сторону, участок расчищают дорожники, после чего автомобиль возвращают на место. Задача – привести в порядок центральные магистрали города. Добирается спецтехника и в высокогорные районы города. Сегодня уже все пассажирские маршруты работают в обычном режиме. Расчищают и пешеходные зоны. Сегодня нет. А все проблемы были. Вчера обратил внимание, прям чистили тротуары. Человек, наверное, 15. Помогал. Чистил дома, а как же? Все, мы сочинцы. Потихонечку чистят. Но снега просто наваляло много. Я думаю, мы сами не местные. Для Сочи это достаточно редкий такой феноменальный случай. Не было никаких проблем. Ездили с коляской, гуляли с детьми, лепили снеговиков. Все, в общем, было отлично. Никаких проблем не возникало. В ближайшее время, согласно прогнозу синоптиков, осадки можно ожидать только в виде дождя. Да и до минусовых отметок температура падать не будет. Рената Шипулина, Николай Тихонов, Владимир Киселев, телекомпания ФКТ.